Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами сегодня находимся на Пионерском проспекте 263. Здесь метров 150 до моря, а до пляжа вообще прям два шага. Это домики в эко-стиле и, наверное, единственный такой вариант, который будет вам в этом году предложен для отдыха. Вот они находятся сзади меня. В дальнейшем в этих местах будет только происходить озеленение, строительство будет невозможным. Здесь они построены по старому генплану и старым разрешениям, а в новом генплане это все у нас зеленая зона. Давайте познакомимся с этим комплексом. Добрый день, друзья. Меня зовут Олег. Я представляю нашу эко-деревню, наш такой эко-стиль дом. Маритель экспедиция. Мы сейчас находимся на Пионерском проспекте 263, где у нас стоят наши домики на песке у моря, на первой береговой линии. Друзья, вот сейчас мы находимся корпус 1, он за собой предполагает это 12 домиков цилиндрованного бревна. Соответственно, проживание здесь будет идти два взрослых, двое детей. На территории будет такое песчаное как раз покрытие, какое оно есть, мангальная зона, добавится еще детская часть. Ну и, конечно, можно посмотреть сами домики. Мы сейчас находимся на террасе. Здесь в сезон выносится столик, стульчики, где можно посидеть вечером, с утра попить кофе. Каждый домик у нас укомплектован двухспальной кроватью, диван, который раскладывается как раз для детей. Вот этот столик у нас со стульчиками, это вот на веранду. На веранду в каждом домике есть телевизор, есть индукционная плита, чтобы мы могли готовить, есть чайник, холодильник, сплит-система, а также набор посуды. В каждом домике имеется свой санузел, хорошая душевая кабинка со всеми туалетными принадлежностями. В каждом домике свой бойлер под горячую воду. Также есть унитаз, раковина и фен. Работать мы начинаем с мая месяца. Цены начинаются от 4000 рублей вот конкретно в этот домик. Уже в сезон будут идти подорожания. Всю информацию уточняйте у нас в Telegram и на сайте. Ссылки будут в описании. На этой территории у нас будет организована лаунж-зона, где вы можете отдохнуть со своими детьми, приготовить шашлык в отдельной беседке с мангальной зоной. И будут организованы завтраки, когда можно будет их заказать с вечера, ну или покушать в течение дня какую-то хорошую вкусную выпечку и отдохнуть. Сейчас мы находимся на основном нашем проекте, это Маритель, Маритель Экспедиция. Это федеральная будет сеть эко-отелей. При поддержке Краснодарского края, при поддержке нашей администрации города мы участвовали в субсидии. В 2022 году стали ее победителем и на этот проект получили 13 миллионов рублей. На момент начала строительства наш земельный участок соответствовал всем градостроительным нормам. Соответственно, наши некапитальные домики начали строиться. На сегодня эта вся территория идет в зеленой зоны на благоустройство, озеленение. Будем надеяться, что наши проекты будут эксклюзивные и вокруг будут только одни деревья. Будет красота. Заезд от Пионерского проспекта мы будем восстанавливать, потому что он в данном случае находится в таком плохом состоянии. Перед отелем сделаем благоустроенную стоянку и сделаем озеленение. Мы находимся на территории нашего Маритель отеля. Здесь будут располагаться 10 домиков в стиле барнхаус. Территория будет идти обложена тротуарной плиткой. Находиться посередине будет наш фонтан, такой большой буквы П, когда дети могут бегать вокруг него. Такая интересная будет зона с очагом, чтобы посидеть все вечером всей семьей. Организованы максимально детские площадки. Ну и, конечно, каждый домик это полтора этажа. И вместимость у нас идет 6 плюс 1. На данный момент у нас есть даже одна бронь, когда забронировали 4 взрослых и 3 детей. И мы вполне их примем. Идем по завершению строительных работ. К 1 мая мы полностью будем готовы. Вся территория благоустроена. Каждый домик готов принять наших туристов. Всем привет. Меня зовут Виктория. Я управляющая отеля Маритель. Представляем вашему вниманию наш домик. Такая здесь терраса. Естественно, мы еще на этапе строительства, поэтому все будет облагорожено. Здесь у нас будет зона для гостей, где вы сможете попить кофе вечерком или посмотреть на красивое небо. Здесь будет два стульчика, столик. Здесь у нас обувничка. Приглашаю вас посмотреть, что внутри. Здесь у нас с вами общая зона гостиной. В гостиной у нас расположен диван. Диван раскладывается, получается полноценное двухспальное место. Ну а с этой стороны у нас полноценная кухонька с холодильником.
со всем набором посуды, индукционная плита, чайник и набор посуды на 6 человек. Покажу вам нашу спальню. Полноценная кровать для 2 человек. И здесь у нас еще будет зона гардеробной. Как же без этого? Все-таки необходимая вещь – это наш санузел. В санузле у нас есть туалет, раковина, душевая стойка с тропическим душем и будет еще фен. Здесь самая фишка нашего домика – это полуторный этаж. Здесь у нас находится детская зона для сна и игр. Ну вот, собственно, и сама комната. Здесь, соответственно, полуторный этаж, здесь небольшая высота, но это оптимально для детей. Но посередине самой комнаты можно полноценно встать во весь рост. Мой рост 1,75 м. В каждом нашем домике установлено центральное водоснабжение и центральная канализация. Мы не загрязняем окружающую среду. Мы только способствуем улучшению, развитию и благоустройству вокруг. С благоустройства нашей придомовой территории. С этой стороны у нас будет проектор. Мы будем показывать вечером классные фильмы. Здесь у нас будет общая зона. Назовем это лобное место. Вот. Будет очаг, места, где можно будет посидеть, поговорить по душам, встретить красивый закат. С этой стороны будет благоустроена детская площадка, детская зона. Также у нас сюрприз для наших гостей, особенно маленьких деток. Будет прекрасный водопад, где они смогут освежиться после знойной жары. И здесь я планирую сделать фотозону. А также мы заботимся о наших гостях, и у нас есть дополнительная услуга. Если у вас совсем маленький ребенок, есть дополнительная кроватка, стульчик для кормления, все, мы это вам предоставим. Пройдемся теперь на пляж. Обязательно. 3 минуты. Вы можете увидеть, насколько близко от домиков расположен наш пляж, море. Здесь в сезон будет проложена дорожка, по которой вы без проблем дойдете до самого пляжа. Вы сможете отдыхать на территории оборудованного пляжа, на котором будут лежаки, теновой навес, детская игровая площадка, спасатели, туалет, душ. Все удобства, чтобы можно было спрятаться в тенечке, отдохнуть и полюбоваться морем. Самое главное, это наш чистый пляж. В данном месте он всегда убирается. Здесь очень чистая вода. Редко бывает, когда здесь подступает сюда зелень. А самое главное, сюда каждое утро приплывают дельфины, и это является изюминкой нашего пляжа. 150 метров до домиков. Приглашаем вас отдохнуть в нашем отеле, искупаться в изумительно чистом Черном море. Ссылки будут в профиле. Следите за нашими новостями, подписывайтесь и приезжайте к нам. Все работы у нас идут в графике, вовремя. Выполним все свои обещания к 1 мая. Мы будем абсолютно готовы принять уже наших туристов. И отдельно хочу поблагодарить нашу администрацию, администрацию города-курорта Анапа, Краснодарского края, за выделение грантов и поддержки экотуризма, экоотелей.